Шоссе, торговый центр XL. Вот здесь какая красота. С новогодним базаром, елочным базаром. Здесь у нас каждый год. Уже закрылся. Вот такие елочки продаются. Разные. Торговый центр у нас красиво украшен. Потолок красивый. Возле станции метро Зеленкевская. Наш торговый центр. Вот там метро у нас. Два часа. Метровская и Каролинская. Идемте в торговый центр XL. Посмотрим. Вообще я за продуктами пришла. Идемте сначала отсюда посмотрим на елочку. С улицы. А потом зайдем. Стоит елочка? Стоит. Вот она, елочка новогодняя. Пойдемте. Посмотрим. А, с улицы вот так наряжено здание. Красиво. Что-нибудь удастся нам поснимать. XL Дмитровка. На Дмитровском шоссе был по Владимиру 89. 389. Без корпусов, без всего. Пойдемте к елочке. Пойдемте. Елочка поснимаю. Какая красота. Ой, а там-то какая красота. Давайте. Елочка. Вот это место для разных показов. Я уже показывала. Такое интересное. Давайте обойдем. Новогодние. Какая елочка. Вообще всегда красиво украшается. Давайте посмотрим. Красиво. Там охрана, надеюсь, ничего не скажет. Благое дело делаю. Снимаю нашу красоту. Это надо показывать. Надо еще на фото снимать. Здесь что, телефон какой-то? Как красиво.
прекрасное. Очень красивое. Придумывают же такую красоту. Вот художники, профессионалы. Очень красиво. Здесь что-то написано, мастерская Деда Мороза. Это у нас? У нас. Красота. Вот напротив входа, Алексей. Вот напротив входа. Надеюсь, он открылся. Вот в той стороне. Здесь вот так тоже красиво. Мне надо еще фото сделать. На фото поснимать. Ой, да красота. В нашем торговом центре Иксель на Дмитровском шоссе 89. Какая красота. С рекламой. Так, сегодня 20 декабря 2022 года. Перед Новым годом. Спасибо. Красота. 25 000. Хорошо. Вот она, елочка новогодняя. В нашем торговом центре Иксель. Вот при входе елочка стоит. Наверное, украшенная. Вот наш торговый центр. Очень интересный. И праздников. А я иду продуктовый. Ах, что я увидела. Ах, какая красота. Выжигание на дерево. Ах, как красиво. Я очень люблю. Вот такие всегда нравились. Красиво.
красиво. Да. Самый интересный. Ах, я люблю его с юности. Сама не занималась, но дома у нас это было. А, у меня есть шкатулка. Да. Это с 70-х годов еще. Я покупала в Цуме, кажется, я покупала. Ах, какая красота. Вот только одна вещица у меня есть, шкатулка до сих пор. И из бересты еще есть две. Да. Самое интересное дело у вас. Продавец этого киоска. Давайте еще с этой стороны посмотрим. Да, у меня есть шкатулка одна. Вот там же, да, это все уже дома, да. Как красиво. Вот это нужно продавать круглогодично. Вот такие сувениры. А это не просто, это же доски. Да, да. Красивые, такие красивые. Ну, там другие шкатулки, да. Так, а мы идем с вами в магазин «Перекресток». Открылся. Аптека, косметика. А здесь тоже косметика у нас. Огромный раздел. А мы идем с вами в перекресток. Вообще дом будет и есть. Услуги, оказывается. А перекресток открылся после ремонта. Он закрывался на месяц или полтора. Ух ты, переделали. Здесь кассы сделали. Перекресток. Я здесь как-то снимала, здесь у нас вход был. А кассы были вот в той стороне. Сейчас мы посмотрим. Значит, касса сейчас с этой стороны. Пойдемте. Сейчас надо знакомиться. А, сделали как в других перекрестках города. Похоже. Ну ладно, пойдемте. Где вход? Вот там. Пойдемте. А где взять корзину? Где корзина у вас? Корзина у входа. А здесь что, выход? Ну, вы можете пройти. Давай, привет. Нет, ну это понятно, я могу. Но мне корзина нужна. Пойду-ка я заодно поснимаю. А вы сколько дней работаете после открытия? С 10-го? Неделю как это. А, неделю. Это мой магазин. Я хожу сюда за хлебом все время. А меня часто, я редко снимаю, но хожу я часто. Со хлебом. Нет, пойду я. Да, вход, здесь выход. А вход вот с другой стороны, где раньше был выход. Пойдемте, мы с вами заодно поснимаю. Пойдемте. От входа.
позирует мне. Еще раз посмотрим вот на этот замечательный. Очень интересный. Да, это доски разделочные. Такие красивые. Да, очень красивые. Пойдемте, а вход вот здесь. Так, а елочка вот немножечко. Вот вход. И елочка тоже. Вход в Брюссель. Так, Брюссель. Пойдемте. Переделали они. А вот здесь вход на второй этаж. Ух ты, и там елочка. Елочка, ух ты, украшения. Надо мне еще сюда прийти и снимать. На второй этаж я еще не снимала. Пойдемте. В магазин мне надо. Сюда мы еще придем. Мой магазин, я сюда хожу постоянно. По хлебу. Ну и за другими продуктами. На втором этаже тоже интересно. Про это я как-нибудь. Ты кафешка здесь. Кафе. Вот он вход. Вот он вход. Местами поменяли. Здесь был выход. Много лет, около 20. Всегда был здесь выход, там вход. Сейчас здесь вход, там выход. Ну что ж, обновили. Переделали что-то новое. И елочка. Такая красивая. В нашем перекрестке. Ой, вот здесь цены, пойдемте посмотрим. Каким-то праздником у нас вроде как дешевле делают цены. А елочка красивая. Да. Красиво. Ну что ж, я сейчас пойду, все отделы пройду. Продуктов накуплю. Ах, как красиво стало. Здорово. Надо поснимать. Так, мне хочется фото сделать. Фото сейчас сделаю и продолжу. Так, все, ухожу я. Ушла, наконец, я. Из перекрестка. А. Здесь тоже что-то такое. Нарядное, праздничное. Ух ты, как блестит. Блестит. Новогодние подарки здесь. Приходим. Да, и вот этот вот ларечек. Разделочными досками. Ах, как красиво. Произведение искусства. Очень красиво. А сколько стоит? Сколько вот такая стоит? 700. С кошечкой. Это дерево или фанера? Ну, дерево. Я от вас оторваться не могу. Да гулять. Ну, нет.
Скажите, а вы на постоянной, вы постоянно здесь будете? Нет, мы здесь 8 января. А, как жалко. А вы постоянно сюда приезжаете? Будет все хорошее, я думаю. Мы не можем постоянно, мы в Новосибирске. Ой, так я еще предвыберу, раз вы так временно, да еще и не Москва, не область. Приду, я сюда за хлебом часто хожу. Конечно, так что приходите. До 8-го. И у вас что-нибудь куплю. Более подробно. Специально к вам приду. Спасибо. Вам спасибо. До свидания. Ну все, давайте смотреть еще елочку. Да, вот этот отдел, мы с вами еще придем в этот отдел. Я что-нибудь куплю себе. Подарок. Очень мне нравится. Ну, придем, я еще поснимаю. Да. Значит, сейчас там вход в перекресток. С 9 до 23. Прибавили час. Ну все, пойдемте. Как я уже устала ходить. Продукты я купила. Ах, какая красота. Ах, какая красота. Все, продукты я купила. Елочку посмотрела. Ах, какая красивая. Ах, какая красивая елочка у нас. Перекрестки. А, нет, в торговом центре XL. Где наш перекресток, куда я хожу. За продуктами. Ну все, пойдемте. Уходим. Уходим. С продуктами. С впечатлениями. Уходим. Замечательно. Ну, вот. Мы на улице. Наши цели. С елочным базаром. Вот, и вот там еще елочки привезли. Свеженькие. А давайте посмотрим. Ну они в сетку упакованы, да. Но все равно посмотрим поближе. Вот такой выбор. Ух ты. Ух ты. Сетки, да? Это что за приспособление, которое упаковывает в сетку, да-да-да. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот какие они разные. Ну, по росту они выглядят одинаково. Ах, какая красота. Там выше? Живые. Там есть и ниже, и выше. Да, живые. И вот так упаковывается сейчас. Смотрите, перед автомобилем поворачивать, там будет 7Б. Все, хватит. Достаточно. Качество. Прям не оторваться. Ай, сколько красивого здесь. Новогоднего. Хотя у меня нет новогоднего настроения и настроя. Но может быть, там уже починить. Север города Москвы, столица. Здесь район западный, Дубовина. С торговым центром Виксель. С елочкой. Ух
ты с каким маленьким идёт. Всем привет! Ну, Владислав, мне ты поприветствовали, помахали. Земляки, ну, здесь нет, с других. Так, ну все, все, я ухожу. О, вот так у нас красиво. Красиво. Все, пойдемте. Еще придем. И не раз. А много раз. Сюда еще. Ах, ну прям не оторваться. Давайте еще посмотрим на эту красоту новогоднюю. Да, вот так у нас на севере города. В Москве столица. Празднично.